Сегодня мы с вами поговорим о достижении результатов компании чужими руками. И это актуально для руководителей, для собственников, для предпринимателей, для управленцев, для топ-менеджмента и для экспертов. Возможно, вы когда-нибудь ощущали на себе, что как будто бы вы, как в картине «Бурлаки на Волге», тащите свой бизнес, свой проект, свою команду. И если вам это знакомо, мне было бы очень приятно, если бы вы были активными участниками чата и поставили сейчас в чат плюсики. Возможно, вы когда-то с этим сталкивались, возможно, вы испытываете это ощущение прямо сейчас. Да, у нас есть некоторая задержка, возможно, то, что я говорю, вы слышите через несколько секунд. Мне бы очень хотелось, чтобы наша беседа с вами была в формате диалога. Напишите, пожалуйста, в чате плюсики, это будет полезно и для нас, и в том числе для вас, чтобы у нас был коннект. Окей. Возможно, это чувство кому-то знакомо, да, и это связано с тем, что большинство управленцев используют неэффективные методы управления коллективом. В чем же проблема? Об этом мы поговорим чуть позже, и сегодня мы с вами обсудим действенные инструменты в руководстве коллективом, почему наставничество эффективнее руководства, управление людьми на основании миссии и ценностей и как стать для коллектива эффективным наставником. Также у нас есть для вас полезный файл на эту тему, и в конце я скажу, как этот файл получить для тех, кто с нами на протяжении этих 20-30 минут. Окей, да, это файл, готовая схема, как запустить свое наставничество в 2021 году, если вы во время выступления поймете, что для вас это актуально. И этот мастер-класс для тех, кто хочет, чтобы ваше дело работало на вас, а не вы на него. Для тех, кто желает, чтобы руководство коллективом не отнимало у вас все время, и при этом вы хотите хорошо зарабатывать, в таком случае наш диалог будет интересным и продуктивным. Да, мы поговорим о том, как организовать руководство таким образом, чтобы работать меньше, зарабатывать больше, даже если это пока кажется для вас невозможным. Кто я такой и почему я это транслирую? Как меня представил замечательный ведущий, я являюсь предпринимателем, трансформационным тренером, наставником предпринимателей и экспертов. И есть различные направления бизнеса, я занимался и юридической сферой деятельности, и ивентами, и квест-шоу площадки Форт Боярд, возможно, вы слышали, возможно, они есть в вашем городе. Это все проекты, в которых я был соучредителем, из каких-то проектов выходил, заходил. И основной мой вид деятельности, являюсь ментором, наставником управленцев и экспертов. Помогаю продавать свои услуги дорого, выстраивать системный бизнес, привлекать идеальных клиентов. И на текущий момент пришло новое поколение. Мы нанимаем поколение ТикТока. И все наши регламенты, чек-листы, скрипты, инструкции, шаблоны, все то, что есть у вас, это очень трудно помещается в картину мира молодого поколения. И старая модель управления неэффективна с точки зрения того, что сейчас цифровое поколение, то есть 46% людей проводят в смартфоне более 5 часов в день. Также поменялось мышление, то есть сейчас мышление перешло, ну мы поговорим об этом чуть позже, мышление изменилось с точки зрения подходов. И также благодаря пандемии многие научились зарабатывать удаленно, и это не могло не изменить наши подходы в управлении. То есть первая причина, по которой все поменялось, цифровое поколение. И есть тренд номер один. Это упрощение. То есть наша задача с вами, все наши регламенты, чек-листы, скрипты, инструкции, шаблоны и все, что нам помогает в управлении, перевести в онлайн. Благо, сегодня замечательное мероприятие от компании, которая помогает нам это сделать. И мы можем действительно эффективно управлять и перевести все в онлайн. Отлично, это замечательно. Но есть тренд номер два. Это самопознание. И на текущий день повысился уровень осознанности сотрудников, партнеров, наших клиентов. Люди хотят добиваться своих целей, не целей компании, а у каждого появилось такое «я», такое «эго».
И каждый человек оценивает не с точки зрения какого-то коллективного разума, коллективных целей. Он задает себе вопрос, вообще, то, чем я занимаюсь, мое это или не мое? И подход, который мы использовали раньше, когда у нас есть подробные инструкции, и мы работаем в формате «принеси, подай», этот формат уже не актуален, потому что сейчас каждый сотрудник, он индивидуальность. Да? И есть такой тренд, это свободолюбие. То есть сотрудник, который сегодня работает, с которым мы как-то не так поговорили, ему не понравилось, он написал заявление на увольнение и со спокойной душой перешел в другое направление. Может быть, даже не в этой сфере деятельности, а совершенно в другое. И сотрудники на текущий момент, они исследуют миссию, исследуют свои ценности. И проблема заключается в том, что часто мы коммуницируем с нашими коллегами на уровне окружения и поведения. Сейчас мы с вами разберем пирамиду логических уровней, пирамиду потребностей и задачи, которые мы формулируем. Из разряда «сделай так», «иди туда», «принеси то». То есть это на уровне окружения и поведения. Действительно, мы можем коммуницировать со всеми людьми на этом уровне, но что поменялось, на мой взгляд, кардинально, это то, что большая часть людей вышла с базовых уровней пирамиды потребностей на более высокие уровни. Сейчас каждый человек задает себе вопрос, какие навыки мне следует прокачать, какие есть возможности. Также многие задумываются о том, какие у меня убеждения, ограничивающие убеждения, что мне помогает, во что я верю, во что я не верю. И очень большой запрос и тренд сейчас на ценности, что для меня ценно, кто вообще я такой в этой компании. Кто я такой вообще на этой планете, кто я такой и какая моя миссия. И в тот момент, когда наши сотрудники, которые, казалось бы, нам находятся на уровнях поведения, да, то есть когда мы коммуницируем, есть задача, есть смарт, есть дедлайн, и вот таким вот образом мы хотим взаимодействовать, но наши сотрудники, люди в нашей команде думают о своем предназначении, о своей миссии, о своей идентичности. И вопросы, которые они себе задают, кто я, куда я иду, что мы даем миру, что мы даем людям, куда мы идем, с кем мы идем, кто нас ведет, для чего все это, почему так, какая миссия нашей компании. И мы со своим старым подходом «принеси, подай», «сделай вот это», вот дедлайн, немножечко не помещаемся в картину мира наших сотрудников. И им не хватает искренней действительно поддержки, окружения, наставника, знаний, эмоций. И где люди получают это? То, что им не хватает. Напишите, пожалуйста, в чате. Было бы очень интересно увидеть вашу обратную связь. Но выступление ограничено. Я обязательно прочту каждый ваш комментарий чуть позже. Мне очень хотелось бы, чтобы вы включались в процесс. Где люди получают то, что им не хватает? В онлайн-школах. Спасибо пандемии. Пандемия очень сильно продвинула сферу онлайн-образования. Но опять-таки есть проблема. В онлайн-школах 50% людей не доходят до конца. Я знаю, у меня была онлайн-школа во время пандемии, онлайн-школа по ТикТоку. У меня в ТикТоке более 1 миллиона подписчиков. И я знаю, что для нас очень большая работа заключается в том, чтобы люди доходили до конца и открывали последний урок, делали последнее домашнее задание. И многие не добиваются результата в онлайн-школах, потому что нет некой персонализированности. И тренд номер 3 – это персонализация обучения. Для кого-то из вас может быть открытием, а кто-то может не поверить в это, но я знаю не понаслышке. Я веду наставничество для предпринимателей, которая стоит достаточно больших денег, и это целесообразно. Люди получают крутые результаты. То есть хочу донести до вас, что ваши сотрудники платят сотни тысяч рублей наставникам, и это факт. Вопрос. Можете ли вы дать то, что нужно вашим сотрудникам, вашим коллегам? И если вы хотите дать им это, то уровень их мотивации и вашего дохода увеличится или уменьшится?
Как вы думаете, если вы дадите поддержку, если вы дадите дополнительные знания, если вы соотнесете цели конкретного человека с целями компании, увеличится или уменьшится уровень их мотивации, уровень вашего дохода? Напишите, пожалуйста, в чате. И действительно, уровень мотивации, уровень нашего заработка увеличивается, когда мы взаимодействуем с нашими сотрудниками в формате наставничества. И вопрос. Если мы можем им это дать, почему же они идут к наставникам? Потому что, во-первых, наставник там, куда они хотят прийти. Во-вторых, наставник помогает добиться личных целей. И в-третьих, наставнику заплатили. В моем опыте есть практика, когда мои сотрудники платили мне за консультации, да, то есть получали зарплату, и те сотрудники, которые покупали у меня консультации и взаимодействовали в коучинговом формате, уровень их мотивации был значительно выше, и результаты, которые они давали, были колоссальными. И все потому, что наставничество дает результат. И это некоторые примеры, то есть это мой фитнес-тренер, который пришел ко мне в наставничество, продавал персональные тренировки и запустил свою группу 13 человек с чеком 51 тысяча рублей. Или другой человек, который потенциально мог бы быть вашим сотрудником. Возможно, кто-то из ваших сотрудников точно так же ищет наставника, и, возможно, вы тоже можете ему это дать. Или Екатерина Честина, которая тоже работала в найме, увидела свою миссию, что она хочет заниматься коучингом, пришла в наставничество и заработала 1 000 000 рублей. То есть вы быть наставником для своих сотрудников или для других людей – это выгодно для обеих сторон. И быть наставником – это означает быть одновременно властным и отзывчивым, требовательным и поддерживающим, дисциплинированным и терпеливым. И осознавать, что у сотрудника есть свои мечты, свои желания, свои страхи, свои сомнения, помогать человеку найти свои цели, не навязанные, и связать эти цели с целями компании. И обсуждать все уровни пирамиды логических потребностей, да, то есть не только уровень окружения и поведения, на котором раньше говорили все, и в основном руководители говорили на уровне миссии, ценностей, сейчас все меняется. И наша задача обсуждать с нашими сотрудниками все уровни пирамиды потребностей человека. И 5 шагов в работе наставника – это... Они достаточно простые, могут показаться на первый взгляд. То есть мы даем информацию, мы демонстрируем, как это делаем мы. Мы тренируемся с сотрудниками вместе. Точно так же, как ребенок, который учится кушать ложкой. Да? После этого мы говорим сотруднику, сделай сам, я покажу. И заключительный этап, сделай сам, я посмотрю. И у меня к вам вопрос. И мне бы хотелось, чтобы вы ответили на него искренне. Можете ли вы быть наставником для своей компании, для своих сотрудников? Можете ли вы дать им поддержку, окружение, знания? Можете ли вы поддержать их и убрать их сомнения, убрать их страхи? Можете ли вы показать им, ради чего все это, ради чего сейчас они работают? У меня был такой пример, когда у меня был сотрудник, который работал, я понимал и видел его потенциал, но он работал в полсилы. И когда я истинно понял, чего он хочет, я говорю, что ты хочешь? Он говорит, ну я вот хочу закрыть ипотеку. А глазки грустные-грустные. Я задаю ему вопрос еще раз, что ты хочешь, что ты хочешь, что ты хочешь. И в какой-то момент он сказал, барабанную установку. Я увидел счастье в его глазах. И в этот момент мы с ним декомпозировали его барабанную установку, что конкретно ему нужно сделать в компании, чтобы взять себе барабанную установку, чтобы съездить отдохнуть на Бали, чтобы, значит, сделать подарок своей маме и так далее. Но часто мы в компании со своими сотрудниками общаемся только на уровне «принеси-подай». И это для людей очень большая боль. И именно поэтому люди идут в коучинги, в трансформационные программы, находят наставника, и это им реально помогает. Но я искренне верю, и я точно знаю, что каждый из вас,
кто сегодня на протяжении 6 часов сидит и прокачивается, может быть эффективным наставником не только для своих сотрудников, но и для тех людей в других компаниях, где их руководство, их начальство не дает тех важных вещей, которые можете дать вы. И хотели бы вы, можете ли вы помогать людям раскрываться, видеть свою миссию, видеть свои цели, декомпозировать эту цель на шаги, удерживать фокус внимания на главных вещах? И если да, если ответ да, то это замечательно. И я думал, какая конечная мысль может быть после вот этого короткого выступления? И мне бы хотелось, чтобы вы сказали, да, я это могу, и если я это выбираю, то это открывает мне новые горизонты. На этом хочу поблагодарить вас и сказать, что вот файл, готовая схема, как запустить свое наставничество, отправлю всем, кто напишет в Инстаграме. Ну и также эту презентацию тоже отправлю, плюс будет рассылка организаторов этого мероприятия. Спасибо вам за внимание, с удовольствием готов ответить на ваши вопросы. Антон, это вам спасибо, и я сейчас должен признаться в чем-то стыдном. Что такое декомпозировать? Я впервые услышал это слово. Просто мне лично поясните, пожалуйста. Декомпозировать – это разделять, то есть делать разные варианты достижения цели. То есть, допустим, я хочу заработать 300 тысяч рублей. Как я могу заработать? Я могу продать 30 услуг по 10 тысяч рублей, или 100 услуг по 3 тысячи рублей, или одну услугу по 300 тысяч рублей. Что мне для этого требуется? Для этого мне нужно, чтобы, допустим, чтобы продать одну услугу, мне нужно, чтобы ко мне обратилось 5 человек. Чтобы ко мне обратилось 5 человек, нужно, чтобы мою рекламу увидело 100 человек. Чтобы мою рекламу увидело 100 человек, мне нужно таргетолога, мне нужно деньги в маркетинговый бюджет. И, то есть, мы раскладываем нашу цель на понятные варианты достижения этой цели, выбираем план основной, у нас есть план максимум, план минимум, и уверенно идем шаг за шагом, неделя за неделей к своей цели. Хороший слоган, спасибо огромное. Пожалуй, перейдем к вопросам. Супер. Что? Секунду. Модератор пробирает. Елизавета, стоит ли делать наставничество своим сотрудникам платно? Классный вопрос, спасибо. Однозначно да. Возможно, это у кого-то вызовет неоднозначную реакцию, но хочу сказать, что наше подсознание работает таким образом, что когда мы заплатили за что-то, за совет, за обратную связь, то это для нас имеет особенную ценность. Более того, если мы заплатили за, допустим, обучение там, за 3 месяца нашего наставничества, там, 300 тысяч рублей, мы, наш мозг так работает, во-первых, если мы заплатили много, значит, то есть это дорогая покупка, которая кайфовая. Мы рассказываем об этом другим людям, включается сарафанное радио. Наше подсознание хочет как можно быстрее отбить эти деньги и заработать больше. Соответственно, уровень нашей мотивации увеличивается. И да, я считаю, что действительно имеет смысл свое наставничество продавать, потому что чем дороже мы продаем свое наставничество, тем лучше результаты у наших подопечных, тем выше ценность. И я провожу наставничество там из города Тюмени. И если бы я продавал наставничество там за 5 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей, то не приезжали бы люди из других городов. Они приезжают, чтобы получить обратную связь, потому что они понимают ценность. И в этом кайф. Угу. То есть не просто продавать, но продавать дорого, понятно. Виталий, цитирую, хочу запустить свое наставничество не для сотрудников. Как определить стоимость, за какую его продавать? Mm-hmm. То есть слово «дорого» уже не подходит, надо конкретно. Окей. Наверняка есть в голове какая-то цифра. То есть я бы рекомендовал первую группу собрать. Ну, например, как складывалась моя история наставничества, я каждый поток наставничества увеличиваю чек, добавляю ценности, добавляю... То есть если есть
желание не за 300 тысяч, но за 30 тысяч, вот 30 тысяч это точно стоит. Я бы рекомендовал запустить первую группу вот так, как вот вы оцениваете, чтобы это, а, вас вдохновляло, б, это было значимо для людей, которые к вам заходят в наставничество, и в, чтобы вы, как вот знаете, в компьютерных играх было, first blood, первая кровь, чтобы вот первая кровь пролилась у вас, вы поняли, насколько это эффективная модель взаимодействия, насколько это вас вдохновляет. То есть времени вашего это будет занимать не более одного дня, то есть когда вы проводите так называемые разборы для всех участников наставничества, плюс отслеживаете чат, плюс смотрите отчеты участников и зарабатываете вот еще иным способом. Поэтому та цифра, которая у вас в голове, используйте. Эту цифру не рекомендую делать дешевле 30 тысяч рублей. По срокам 2-3 месяца это оптимально, чтобы человек получил понятный, оцифрованный результат и чтобы у вас был кейс, было стало. Конкретно пришел человек вот с таким запросом и на выходе он трансформировался. Поэтому не дешевле 30 тысяч рублей, и чем больше, тем лучше. То есть, ну, зависит от ваших способностей, навыков, ценностей, от вашего желания и стремления помочь людям и от, ну, то есть от вашего внутреннего самоощущения. Сейчас любопытный вопрос от Анны Лониной. Назовите 3 ошибки наставника, которые невозможно будет исправить. Классный вопрос, спасибо. Первая ошибка, которую я допускал, это ошибка спасатель. Есть такая концепция, треугольник Карпмана. Спаситель, жертва и гонитель. И вот если мы заходим в треугольник Карпмана как спасатель, то есть хотим причинить добро, а у человека запроса нет, то в какой-то момент наши роли начинают меняться местами. Мы зашли как спасатель, потом человек нам говорит, что-то ты мне плохо помогаешь. И мы уже переходим в роль жертвы, он переходит в роль гонителя, и проблема в том, что это бесконечно меняющийся вот этот... роли. Да, действительно. Поэтому не включать спасателя. То есть работаем по запросу. Если человек к нам обратился, ну, наш наставляемый позвонил нам, да, мы нашли время, подсказали ему, но включать спасателя не стоит. Просить, помогать, учить, лечить без запроса. Во-вторых, это вторая ошибка – это думать о том, что чем дороже я продаю, тем больше я должен тратить время личного. Это абсолютно не так. То есть мы не продаем ни время, ни свои знания, ни свои навыки. Мы продаем человеку ценность. Мы продаем человеку результат. И если, чтобы человеку сделать X2 дохода, достаточно просто там, какой-то одной техники, одного разговора, который мы используем, то это может стоить 300 тысяч, 500 тысяч, там, сколь угодно много. То есть вторая ошибка – это думать о том, что время равно стоимость. Нет, это не так. Стоимость – это результат, это ценность. И третья ошибка – Третья ошибка – это изобретать велосипед. У меня в наставничестве есть много экспертов и предпринимателей, которые хотят запустить наставничество. То есть они берут эту модель, делают Ctrl-C, Ctrl-V и не допускают ошибок, которые они могли бы допустить. Поэтому третья ошибка – это не изобретать велосипед, потому что велосипед с квадратными колесами никуда не поедет. А я видел такой, правда, по специальной поверхности. И мне кажется, очень тоже логично, вот мы пока говорим, Юрий Мичурин прописал, как понять, что наставник не занимается профанацией? Mm-hmm. То есть уже вопрос не со стороны наставничества, а из другой роли? Mm-hmm. Здесь плюс в том, что... Можно получить такую некую демо-версию. То есть, если когда мне пишут с запросом «я хочу в наставничество», мне очень важно, чтобы не только человек меня выбрал, но и я его. Поэтому у нас состоится там, беседа,
И в рамках этой беседы человек четко понимает, чем я могу быть полезен. Если я понимаю, что я не буду полезен этому человеку, то я так и говорю, что вот ты можешь, ну, наверное, тебе подойдет какой-то другой наставник. Допустим, если это сфера деятельности, с которой у меня не было опыта. И как понять, но есть отзывы и кейсы, и я рекомендую связываться, прям звонить, не просто читать эти отзывы и кейсы, а звонить и спрашивать, что тебе дало наставничество, какой у тебя был запрос и так далее. То есть я считаю, что обратная связь от людей, которые были в наших программах, это самый лучший маркетинг, это результаты наших клиентов, это самая лучшая лакмусовая бумажка, чтобы проверить наставника на то, насколько это действительно ценно. Антон, спасибо огромное. Я вижу, что на основном окне уже запустился опрос, где люди могут оценить все то, что сейчас происходило. У меня к вам предложение, возможность чем-то завершить, и мы будем двигаться дальше. Окей, хочу сказать вам большое спасибо за вашу вовлеченность, за ваши комментарии, и хочу сказать, что каждый из нас уже имеет наставника, осознанно или неосознанно. У кого-то это родители, у кого-то это друзья, у кого-то это школьные друзья, которые совершенно ничего не понимают в бизнесе, и когда мы хотим запустить новое направление, они говорят, что все занято, все поделено. Значит, сейчас кризис, у людей денег нет, и нежели богато, нечего начинать. Поэтому выбирайте наставника осознанно.